Друзья, здравствуйте. 26 февраля 2024 год. Я нахожусь в Крыму, недалеко от села Морское. Продолжаю здесь посадки лесосадов в горах. У нас уже весенняя погода. Вот зацвел миндаль. Вот там миндаль. Близко я не подхожу, потому что там мусорка, к сожалению. Я пока не успеваю все убрать. Чем ближе к морю, тем больше мусора. Ну, в таких диких местах, вне населенных пунктов. Тут просто некому убирать. Прошел в прошлых выходных или позапрошлых фестиваль такой небольшой. Совместные посадки с песнями там. С музыкой определенной в Новоульяновке. Ну, видео пока я не могу предоставить, пообещали там мне его сделать. Если сделают, мне некогда было снимать видео. Я занимался посадками. Если будут, я покажу. Так все прошло удачно. Больше 20 человек было. Вот. Всем понравилось. Посадили полтора ведра семян, косточек, орехов, даже больше, наверное, около 2 ведер. Ну и налепили там определенное количество глиняных шариков. Я уже не помню сколько. Извините, не считал. Сейчас я хочу показать, как саженцы, которые я сажал. Ну, отчет. Ну вот, дубик пока не идет в рост. Ему еще рано, но живой. Вот миндаль, вот уже почки распускаются, прекрасно себя чувствуют. Это сладкие миндали, вот миндаль, все замечательно. О, уже саранча проснулась, сейчас мы покажем вам. Вот еще миндаль. Миндаль замечательно себя чувствует. Вот миндаль. Этот только-только начинает идти в рост. Тут у меня запруда. Сюда лошади приходят. Вот копыта. Видны, пьют воду. Вон копыта. Вот миндаль тоже идет в рост. А вот финиковая пальма, к сожалению, не выдержала морозы. Здесь были до минус 14. Хоть и тепло, но листья она сбросила. Посмотрим, отобьет ли она от корня. Ну, вот с финиковой пальмой неудача. Вот, туда я тоже сегодня сажал миндаль. 5 штук еще посадил саженцами. А семенами вот я принес очередную партию для посадок семян. Это глиняные шарики с мелкими семенами, азотофиксаторы, ягодные культуры. Их я буду бросать вот по таким вот по кустам колючим, потому что мелкие саженцы, ну, как только они прорастают, там их коровы и лошади могут съесть. Ну, ходят здесь и коровы, и лошади. Пока не сильно много, поэтому есть шанс, что здесь будет все выживать. Ну, если их станет сильно много, тогда только через колючие кустарники можно размножать здесь что-то. Вот. Небольшое количество жвачных животных, польза для леса и вообще для природы. Если их становится слишком много, то они, конечно, все съедают. Не надо до этого доводить. Вот. А так
Тут у нас есть еще вот даже медвежий орех. Пекан попробую посадить. Грецкий орех. Миндаль тонкокорый. Я покупал за ваши пожертвования. Вот присылайте вам косточки. У персика, абрикоса. Смотрите, какая огромная косточка. Спасибо вам огромное. Грецкий орех мне подарили. В общем, я так почти каждый день, сейчас тепло, хожу, сажаю по вот этим вот горам. Вот. Чтобы они были более зеленые. Люди могли приходить кушать, животные кушать. В общем, чтобы всем было хорошо от этого. Спасибо всем, кто мне помогает. Семенами, саженцами, материальными средствами. Спасибо, что вы сажаете. Люди вдохновляются моим примером. Делятся своими впечатлениями у нас в чате Лесосад или в группе. Вот пермакультура ВКонтакте. Сажайте деревья, лесосады. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.